что, узнали меня? Где вам меня узнать? Ведь я Гринч. Я живу в маленькой пещере и терпеть не могу этот ужасный праздник Новый год. Как меня раздражает это веселье, смех, подарки и этот Санта-Клаус со своими эльфами. Вот, опять Новый год, а я один. И только верный друг Макс у меня есть. Ну что, Макс, пошли пакости делать. Зачем это ему доброта и радость? Гринчу и так хорошо. Да вы что? Какая радость? Он такой страшный, зеленый и злой. Его никто не любит. И все почему-то боятся. И от этого становится так грустно. Правда, детки? И что вы тут раскудахтались? Гринч с его верным псом что-то задумали. Видишь, как у него глазки, глазки блестят. Как он ухмыляется. Наверное, он хочет Новый год похитить. Нет, что вы? Я верю, Гринч, он не такой. Он хоть и злой, но похищать Новый год у людей не будет. И я не позволю ему. Не позволит она, радость. Он и слушать нас не захочет. Да, ты уж прости, радость. Но если вспомнить, сколько раз радовался Гринч в этом году, ну, вот видишь, гнев прав. Давайте понаблюдаем за этим мерзким Гринчем. Может, что-то и узнаем. Мой дорогой эльф, сколько писем прочитано, сколько подарков сделано? 2 375 432. Мало, очень мало и медленно. Мы так не успеем к Новому году. Нужно задействовать сверхмощную машину по подготовке подарков. Но ведь она сломалась. Нам нужна труба от Интерпайпника Тюб. Только с ее помощью мы починим нашу машинку. Тогда звони на Интерпапника Тюб и делай заказ трубы. Добрый день, Интерпапника Тюб, я вас слушаю. Добрый день, меня зовут Бриони. Я главный помощник Санты. У нас проблема, сломалась сверхмощная машина для подготовки подарков детям. Хотим купить самую большую трубу. Нужно очень срочно. Я вас понял. Конечно же, мы вам поможем. Ведь нельзя же детишек без подарков оставить. Заказ принял. Выдаю производство. Как будем доставку оформлять? Мы отправим нашего друга Мишку Пайпика. Отлично. Будем вас ждать. С наступающим Новым годом. Санта, все хорошо. Интерпайп никогда не подводит. Всегда качественно и в срок. Обещают в скором времени изготовить. Мы отправим Мишку Пайпика, ведь он так хотел помочь в подготовке. Вот и отлично! Зовите моего помощника Мишку Пайпика!
хочу его что? Отпраздновать. Ваш. Правильно, испортить. А в Новый год что принято делать? Злиться, ругаться, всех обижать и ненавидеть людишек, которые так весело проводят этот праздник. Это мы так с тобой отмечаем Новый год. А вот эти ребятишки любят собираться вместе, смеяться, веселиться, ставят елку. И главное, ждут подарочки от Санты. Да, и что же мы должны сделать, чтобы Новый год был испорчен не только у нас? Я слышал, что у нашего Санты сломалась машина по подготовке подарков. И для того, чтобы ее починить, они заказали трубу у Интерпайп Никотюб. Поэтому мы должны эту трубу что? Заказать. Ваф. Правильно, украсть. Не будет трубы, не будет работать машина. Не будет работать машина, не будет подарков. Не будет подарков, не будет Нового года. Да, и что же мы должны сделать, чтобы Новый год был испорчен не только у нас? Мы ее украдем, но мы одни не справимся. Нам помощники нужны. Ну, кто смелый, кто не трус, кто пойдет трубу воровать? Ой, такие маленькие. Я пойду. Ты кто? Меня зовут Николас. Я помогу тебе, но что мне с этого будет? Сразу видно делового человека. Не боись, соберем свою сверхмощную машину, и будет у нас все, что захочешь. По рукам? По рукам! Но сначала нам нужно потренироваться. Николас, берешь веревку, заходишь слева, я захожу справа. А Макс берет мешок и набрасывает его на Санту. Ну что, тренируемся? 3-4. Николас, ты опять все перепутал. Я тебе куда сказал? Заходи слева. А я зашел слева. Ой, чему вас только в школе учат? Давай руку. Вот, какая это рука? Ну, левая. Какая левая? Это правая, самая настоящая правая. Это для вас она правая, а для меня самая настоящая левая. У меня с этой стороны сердце. Ребята, а вы знаете, где ваша левая рука? Поднимите ее высоко-высоко. Помашите ее. А правая знаете где? Поднимите ее тоже. Ребята, а вы знаете, сколько всего могут сделать ваши руки? Давайте сыграем в одну игру. Можете повторять за мной, вставать, если хотите. Итак, все очень просто. Правая и левая строят города. Правая и левая водят поезда. Правая и левая умеют шить и штопать. Правая и левая умеют громко хлопать. Все запомнили? Сыграем? Итак, давайте. Правая и левая строят города. Правая и левая водят поезда. Правая и левая умеют шить и штопать. Правая и левая умеют громко хлопать. Итак, ребята, вы сможете еще быстрее поиграть? Давайте. Правая и левая строят города. Правая и левая водят поезда. Правая и левая умеют шить и штопать. Правая и левая умеют громко хлопать. А еще быстрее сможете? Да нет, не сможете. Сможете, давайте. Правая и левая строят города. Правая и левая водят поезда. Правая и левая умеют шить и штопать. Правая и левая умеют громко хлопать. Хватит, помощнички, разыгрались. А трубу кто будет воровать? У меня уже есть помощник. Так, слышу шаги. Кто-то идет, наверное, Санта. Прячемся. Thank you.
Ой, на Санту это не похоже. Это не Санта. Бежим! Ой, 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 моя голова! Ничего себе, хулиганы! Из-за вас дети без подарков останутся! Стойте! Ой, ой, горе-то какое! Нужно все рассказать Санте и быстрее! Outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Как хорошо я выспался, ой. А что там, наш Мишка вернулся, а? Нет, я уже волнуюсь. Фу, действительно, и времени осталось очень мало. Пойдем ему навстречу, а? Беда, беда! Они мешок украли, а теперь все пропало, все пропало. А кто украл? Гринч с подельником. А куда побежали, видел? Да не видел я. У меня сотрясение мозга было. Круги перед глазами поплыли, и звездочки полетели. Не страшно, в лесу зверей и жителей много, гляди, кто и подскажет. И то верно, тогда в путь. Как не видела? Я даже много лет жила с ним в жуткой пещере. Он такой злой, такой мрачный. Ой-ой, такой страшный. Ужас просто. Фу, и зеленый такой. Мы хотели выяснить, что он задумал, но он от нас сбежал. А где его видели в последний раз? Отведете нас? Да не знаем, где он. Ушли мы от него. Не нужны мы Гринчу. А вы кто? А я радость, эмоции. 200 лет жила в голове у Гринча. Старалась развеселить его, сделать счастливым. Но вижу, что без меня ему лучше будет. Я гнев, вот. Я разозлился на плохие поступки Гринча, что ушел от него. А я печалька. Мне так грустно было с Гринчем. Ничего хорошего он не делал. А я брезгливость. Гринч и Макс такие противные, такие зеленые и лохматые, что я не могла с ними оставаться ни секундочки. Да вы что? Эмоции всем нужны. Теперь понятно, почему он трубу украл и всем напакостить решил. Нужно вернуть эмоции Гринчу, а Санта пригласит его к нам, и тогда он поймет, что лучше делать добро и приносить всем только положительные эмоции. Мы не пойдем! Мы не пойдем! Не пойдем! Не пойдем! Не пойдем! Не пойдем! Мы не нужны ему! Мы не нужны ему! Не да! Перестаньте! Эмоции нужны, даже злым и коварным! Пойдем! Вы помните дорогу? Нет! Мы не помним! Да! Ничего страшного! Я вам помогу! А ты, мой дорогой эльф, отправляйся! Готовиться к Новому году! А мы пойдем на поиски Гринча!
омывает склоны горных вершин, и белым бела земля. Безмолвное королевство, королевой стала я. А ветер стонет, и на сердце ураган. Мне б его сдержать, но я не могла. Не открывай, храни секрет, будь хорошей девочкой для всех. Закрой все чувства на замок, но тщетно все отпусти и забудь, что прошло уже не вернуть. Отпусти и забудь, новый день укажет путь. Не боюсь ничего уже, пусть бушует шторм. Холод всегда мне был по душе. Какой красивый замок! И песня была такая красивая, но почему-то грустная. Стойте! Кто вы? Не подходите! Мы не причиним тебе зла! Мы ищем Гринча, который живет в пещере! Значит, Гринч тоже убежал от людей? Какая печальная история! Как бы мне хотелось быть полезной, но мои руки, мой дар, я не могу ими управлять. Все, к чему я прикасаюсь, покрывается льдом. Милая девочка Эльза, мы поможем тебе, чтобы твой дар приносил только радость. Ребята, поможете нам? Да! Что, и не испугаетесь? Нет! Тогда, Эльза, возьми волшебные снежки и поиграй с нашими детками. С удовольствием! Сейчас мы поделимся на три команды. Это будет первая команда, тут посередине вторая, и с этой стороны третья. Ваша задача, ребята, передавать снежки назад и к нам вернуть сюда вперед. Побеждает та команда, которая вернет его первым. 3, 2, 1, поехали! Выше, выше передаем! Дальше, дальше! Так, так, еще, еще! Молодцы! Возвращаем обратно! Возвращаем, возвращаем! Опа! Молодцы! Сегодня цель сбить микрофон, я понял. Так, держим, держим снежочки. Не отдаем. И возвращаем обратно. Все, все, все возвращаем. Назад, назад возвращаем. Опа, а я держал его. И еще раз держу. Молодцы. Похлопали себе, ребята! Весело поиграли! Молодцы! У меня получилось! Спасибо вам! Теперь я знаю, что главное верить в свои силы! Конечно! Ведь так же весело играть в снежки зимой! Да, да, да! Даже мне весело играть! Я даже не злюсь во время этой игры! И печалька даже уходит, когда я играю в снежки. А мне даже не противно их лепить. Ладно, согласен. Игра в снежки поднимает мне настроение. Только нам спешить надо. Ой, погодите, погостите еще немного. Сходим в королевство. Ведь дети так ждут Санту. Они очень хотят его увидеть. К сожалению, мы не можем, Эльза, остаться. Мы ищем волшебную трубу. К сожалению, я не знаю, где искать, но воспользуйтесь моим даром. Возьмите вот эту дырку, и когда вам будет трудно, она вам поможет. Спасибо, Эльза! А мы отправляемся дальше! Пока! До свидания!
скучно. Давай поиграем. Ну давай. Ай, ай, ну нет, ай, ай. Да нет, ты не умеешь играть. Это, не так. Это я не умею, это ты ничего не умеешь. Да я ничего не умею. Да я все умею. Мой папа работает на Interpipe Nikotube инженером, а я хожу в IQ-центр 267. Я все умею. Ну, если ты такой умный, собери сверхмощную машину, сделай нас богатыми, а я пока пойду отдохну. А играть ты все равно не умеешь, и вы не умеете. Ребята, мы ведь умеем с вами играть, да? Да! Ребята, хотите сыграть в любимую игру моего папы-инженера? Игра называется «Помогатор». Вы знаете ее? Да! Тогда вставайте со своих мест и поиграем вместе со мной! Телевизор, 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 и два фиксика внутри. Телевизор, 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 и два фиксика внутри. Холодильник, 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 холодильник. Кофемолка, кофемолка, дрыц-тыц, кофемолка, дрыц-тыц, кофемолка, дрыц-тыц, кофемолка, и два фиксика внутри. Дрыц-тыц, кофемолка, дрыц-тыц, кофемолка, дрыц-тыц, кофемолка, и два фиксика внутри. Вентилятор, 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 дрыц-тыц, вентилятор, дрыц-тыц, вентилятор, дрыц-тыц, вентилятор. Фиксика внутри. Дрыц-тыц, вентилятор. Дрыц-тыц, вентилятор. Дрыц-тыц, вентилятор. И два фиксика внутри. Калькулятор. Нет. Трансформатор. Это что вы говорите такое? Синтезатор. Нет. Экскаватор. Нет. Помогатор. Помогатор. Подарков, не будет праздника. А если не будет праздника, то все в нашем мире станет таким же мрачным, хмурым и скучным, как здесь. Я должен все исправить. Я должен вернуть трубу Санте, и тогда все будет хорошо. Да, ребята? Да! Все, в путь. Главное успеть. В нашей жизни это
Дети! У меня тоже есть дочурочки. Вы такие вот малюсенькие. Вы такие вот худюсенькие. Сейчас я вас с ними познакомлю. Марго, Эдит, Агнес. Чего тебе, пап? Ой, чего тебе, пап? А чего? Чего ты такая грустная? Ой, моя маленькая, а почему ты такая бледненькая? Моя дорогая, а исхудала как, исхудала? Ну ничего, сейчас все исправим. Папа вам кашки принесет. Не хочу я кашки, скучно мне. Скучно. Так давайте покемончиков пособираем. Всех уже собрали. Всех собрали. Так давайте в ферму поиграем. Тошнит уже. Мы других развлечений хотим. На Интерпайп Май Талант поехать. Чего? На Интерпайп Май Талант? Да вы этих судей видели? А вдруг они будут дергать тебя за косички? А вдруг они дадут тебе червячка вместо чипсов? Там одни злодеи, какой Интерпайп Май Талант? Папа, ну мы уже и номеры приготовили. Ребята, а вы любите танцевать? Танцевать? Поднимайтесь со своих мест, повторяйте за нами, танцуй вместе с нами. Что же делать? Что? Танцевать? Опан, Гангнам Стайл. Гангнам Стайл. Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 op. Oppa Gangnam Style. Gangnam Style. Op, 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 op. Oppa Gangnam Style. Нет, вы только посмотрите на них. Всех детей обокрали, а сами веселятся. Ой-ой, какой Грю страшный. Я его боюсь. Он еще тот злодей. А я бы ему надавал за его злодеяние. Его девочки такие некрасивые. Да-да. Кто обокрал? Кого обокрал? Да ты обворовал. Да, всем известно, что ты главный вор. Нет. Кто эльфовую башню из цеха номер 6 хотел украсть? Нагонова. Кто глобус из цеха номер 7, нет. А? А чё глазки-то забегали, а? Да чё? Чё я? Я ничего не воровал. Нет, а у меня вот девочки. Нет, я ничего не ворую. А вы Гринча ищете? Ну да. Так я это, почти то же самое, только наоборот. Грю, честно, злодейский. Он не Гринч. Да, это не Гринч. Так что же, нас дорожка сюда привела? А может, у Грю что-то украли? Точно, украли. Ладно, посмотри. Посмотри. А ну-ка, я сейчас проверю. Так. Не подсматривайте.
первое место. Молочка для девочек. Не подсмотривайте. На месте, девочки. Мои девочки, мои девочки, мои девочки, мои сокровища. На месте. Нет, у меня ничего не украли. Папа! Тихо, тихо, потом поговорим. Ой, ну не надо плакать. Не рвите папе душу. Так отпусти их. Отпустить? Девочек? Не могу. Там столько злодеев, столько воров. Да нет. Тогда с ними поедь. Поехать на интерпат, мой талант? Да. А дом? А наследство? Нет, Грю, не могу. Видишь, там девочки грустят. Отпусти их. Нужно доверять соседям и друзьям. Ой, ну ладно, 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 девочки мои красавицы. Поедем на интерпат, мой талант. Ура! Поможем, поможем, поможем эмоциям. Спасибо вам большое. А Гринч ваш? Ага. Он за тем лесом живет, в пещере. А, счастливого понял. Вам пути. Давайте, до свидания, до свидания. Ты кто? Как ты сюда попал? Меня зовут Николас. Я совершил чудовищную ошибку, но сейчас прибежал к Санте, чтобы все исправить. Это правда? Да, но я изменился. Я хочу все поправить, хочу сделать все так, как было. Ну, если так... Тогда скорее побежали налаживать сверхмощную машину. Нет. Эмоции мы Гринчу не вернули. И не убедили его, что лучше быть добрым, чем злым. Я не могу. Но без тебя никто не сможет наладить трубу. Почему это никто? Я могу. Мой папа инженер. Многому меня научил. Поэтому мы прямо сейчас можем пойти и починить эту машину. Вот и здорово. Отправляйтесь чинить мою машину, а мы на поиски Гринча. Счастливого пути! Печаль. А вдруг у них коварный план? Отойдите от нас подальше. Я начинаю злиться! Бег, какие противные! Я, кажется, понимаю, зачем нам волшебная льдинка. Сейчас заморозим злодеев. Раз, два, три, злодеи, замри! А теперь, дорогие эмоции, помогите Максу Гринчу стать радостными, веселыми и позитивными! Ой, как хорошо я выспался! Впервые за несколько дней я полон сил и энергии. Хочется что-то этакое сделать. Так, может быть, трубу нам вернешь? А нет, трубу мы не вернем. Почему это? У нас с Максом Новый год мрачный и скучный, а у вас веселый и смешной. Так приходи к нам праздновать Новый год. И у тебя он будет веселым. Правда? И меня никто не прогонит, и не будет надо мной никто смеяться. Ребята!
Ребята, вы не будете над ним смеяться? Нет! Ты же ведь добрый стал, поэтому они тебя уже не боятся. Ну, тогда другое дело. Так, сейчас берем трубу и будем все исправлять. Ой, а где труба? Труба пропала! Это все Николас! Это не я! Честная зеленая! Я ничего не брал! Я хороший! Да успокойся ты! Николас ничего не воровал, а наоборот, осознал свою ошибку и все исправил. И сейчас они вместе с Пайпиком и Бриони налаживают мою сверхмощную машину, чтобы у всех детей был праздник Новый год! Фух, а то я уже испугался. Ну тогда в путь! Путь! Сразу видно, учебный центр IQ-267 не просто обучение, но и навыки. Санта, мы уже практически все сделали. Николас помог нам. Какой молодец! Спасибо тебе, но нам нужно спешить. Гринч, Макс, вы нам поможете? Да, с радостью. Я так счастлива, что помогла Санте. И я впервые не злюсь. Даже мне не так грустно. Я даже улыбаюсь. И... Гринч и Макс уже не такие противные. И на часах уже 11. С наступающим Новым годом!